Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в МТА Провинция. GTA Провинция, кому как удобно, так и называйте, в принципе. Я продолжал здесь играть, но сегодня у нас будет необычное видео. Оно будет разговорное. Пойдет речь о том, как я приехал, пацаны, в Москву. Да, я сейчас нахожусь в Москве, в принципе. Как бы в провинции есть и Питер, и Москва. В Москве я первый раз. Я приехал, пацаны, сейчас я вам расскажу историю, как все происходило, и как я проебал все деньги до копеек. Ну что ж, погнали. Ну что ж, приехал я такой на Зилуке, в принципе, вот сюда, ночью, в Москву. И решил посмотреть, что здесь есть. Мне было интересно увидеть вот эти небоскребы, в принципе, очень красивые. И я вон пошел к тому небоскребу, вот вы, в принципе, увидите, вот такой вот небоскреб. И там был прыжок с парашюта. Я такой резко забегаю, нажимаю Enter, а оказывается, прыжок с парашюта стоит 40 тысяч, и я их проебал. Да, я прыгнул с парашюта, но оно того, в принципе, не стоило. Потом, пацаны, это, если что, будет такая смешная история, как не нужно приезжать в Москву, пацаны, да, в принципе, вот такие вот дела. Я прыгнул, потом побежал, в принципе, посмотрел, что здесь еще есть вокруг, забежал в автосалон, посмотрел, сколько стоит машина, которую я очень хочу, это BMW M5 E60, в принципе, я думаю, многие это знают, потому что я об этом говорил, что я очень хочу эту машину. Посмотрел вот этот стадион, он ночью светится, если что, очень круто. Здесь какая-то пасхалка, здесь баллончик как бы появляется, вот он, в принципе, если что. Но одного толку нету, потому что там очень мало этого газа, или как он называется, в баллоне, короче, вы поняли. И, короче, я такой бегу, посмотрел в автосалоне, потом смотрю, о, Казик, забежал туда, начал играть. Играю, везет, такой, поднял где-то, ну, тысяч, наверное, 40, короче, поднял я. Думаю, о, заебись, там прет и так далее. Потом, блядь, начинаю играть. В итоге, блядь, все проебал, короче, пацаны. Просто все проебал до копеечки. У меня реально вообще не осталось денег, по-моему. Сейчас давайте вам покажу шоу. Спасибо админам. Вот, у меня остался косарь, пацаны. У меня просто остался косарь. Я не знаю, что теперь мне делать, потому что, блядь, донить пока что возможности нету. В принципе, работать, бля, уже заебался, на самом деле, работать, потому что, блин, я уже играю, это третий день здесь, и, блин, как-то заебался работать, я на протяжении 2 часов работал, и, блин, как-то это сильно заебится, на самом деле. Возможно, на автобусах будет полегче, потому что я уже прокачал 2 уровень, как вы можете заметить. Это вот такая вот история, как, пацаны, я приехал в Москву. Как делать не нужно, просто пошел, прыгнул с парашюта за 40 тысяч, потом побегал, посмотрел это салон, пошел в казино и проебал все деньги, в принципе, пацаны, вот такие вот дела. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.